Зарыбление водохранилищ – это самый простой и доступный способ выращивания рыбы. В целях развития рыбоводства в регионе, в реки и озера области запускают мальков. В результате многолетнего труда ученых-ихтиологов в водоемах Восточно-Казахстанской области появляются рыбы редких пород. Икра, полученная биологическим путем ранней весной, превращается в малька в специальном аквариуме на заводе. Мальки выращиваются в прудах до полной зрелости. К примеру, вот этим малькам 3 месяца. На сегодняшний день завод выращивает карпа, щуку и раков. А с прошлого года в реки и озера области активно запускают сибирского осетра и белого амура. Сколько рыб мы словили, столько отправляем обратно в озеро, поэтому рыбы размножаются. Для того, чтобы наглядно видеть результат работы, специалисты круглогодично находятся на берегу реки. Так, за 4 года в воду было отправлено 5000 тонн мальков. В настоящее время индикатор рыболовства растет. Нам поставлен план выращивания 10 тысяч тонн рыбы по всему Восточному Казахстану. Сейчас мы выполняем работу согласно индикатору. На данный момент в озеро Зайсан пустили 200 тысяч мальков карпа и более 165 тысяч мальков белого амура. А в Бухтарминское водохранилище направлено более 190 тысяч мальков карпа. Зарыблением занимается ТОО «Бухтарминское нерестовое выростное хозяйство». Сейчас наша мощность на данный момент превышает 5 миллионов. В дальнейшем мы сможем вырастить до 13 миллионов мальков рыбы. В настоящее время мы отправляем свыше 163 тысяч белого амура в озеро Зайсан. Белый амур считается санитаром водоема и быстро съедает избыточную растительность, тем самым очищая пруд от большого количества водорослей. Особого ухода и отдельного питания этот вид рыбы не требует. Главное, чтобы в водоеме было много растительности, говорят специалисты. Дильназ Мурзагалиева, Куаныш Амантайулы, Олжас Керейхан, Нуржан Халикенов, Алтай Ахпарат.